Время новостей на канале «Абаза», в студии Марина Будба. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Порт 2022. Совместные учения силовых подразделений Абхазии и ФСБ России состоялись в Сухуми. К 29-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии состоялся урок мужества в 10-й школе имени Нестора Лакоба. Спасибо за победу. Сообщество водителей трансфера Абхазии провело благотворительную акцию. Начнем с официальной хроники. Министр иностранных дел Республики Абхазии Нал Арденба отбыл с рабочей поездкой в Москву. Планируется проведение встреч с представителями органов государственной власти Российской Федерации для обсуждения актуальных вопросов абхазо-российского межгосударственного взаимодействия. Вице-премьер Сергей Пустовалов провел первое заседание рабочей группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной готовности в Республике Абхазия, созданной по распоряжению премьер-министра. Члены рабочей группы обсудили вопросы материально-технического, финансового и медицинского обеспечения вооруженных сил, организации работы врачебно-призывных комиссий, ремонта казарменного фонда, надлежащего взаимодействия органов власти с армейским резервом, кадрового обеспечения подразделений отделения Министерства обороны, трудоустройства выпускников военных учебных заведений. Порт 2022. Совместные учения силовых подразделений Абхазии и ФСБ России состоялись в Сухуми в субботу 24 сентября. За их ходом следило руководство Республики Абхазия, а также представители Федеральной службы безопасности России. Подробности в репортаже Элеонора Гилоян. До начала учений в главной для обзора локации кафе на причале собрались глава государства, вице-президент, руководители силовых министерств и ведомств страны, министр иностранных дел. Присутствовали и российские коллеги. По сценарию условные террористы захватили здание морпорта и взяли в заложники сотрудников пограничных и таможенных служб. Задача силовиков – ликвидировать террористов и освободить заложников. Условная диверсионно-разведывательная группа спецслужб противника пытается незаконно покинуть страну. 8 террористов проникают на территорию морвокзала и берут в заложники таможенников и сотрудников погранслужбы. Диверсанты контролируют 2 этажа здания и захваченное судно. Будет принимать решение на Ликвидировать условных террористов нужно подразделениям службы госбезопасности, МВД, госслужбы охраны, МЧС, а также ФСБ России. Операцию осуществляют на воде и на суше. К площади Багабша стягивают бронетранспортер, карету скорой помощи и пожарную машину. Здесь же развернут условный оперативный штаб. Выход из акватории контролируют силы погрануправления ФСБ России на 2 военных кораблях. В здание морпорта направляются переговорщики. В их одежду вмонтировали устройства для аудио и видеозаписи. Вы слышали, как группа переговорщиков доложила руководителю штаба о готовности выдать раненых. Вторая фаза операции – штурм здания и ликвидация самой диверсионной группы. К месту операции подтянули бронетранспортер, который взял под контроль главный выход. Группа силовиков на тросах с крыши спускается на 2-й этаж. Начинается перестрелка. Одновременно спецназ на катере направляется к захваченному судну. Огневую поддержку с военного корабля бойцам оказывает подразделение ФСБ России. 2 пловца выныривают из-под воды точными выстрелами, ликвидируют 2 террористов на корабле. На выполнение задачи спецназу понадобилось буквально несколько секунд. Силовики берут под контроль судно, захватывают оставшихся террористов, которых затем забирают на автозаке. Заложники освобождены. После успешно выполненного задания силовики встали в строй перед руководством президента Абхазии Аслан Джани вместе с председателем службы госбезопасности Робертом Киут и представителем ФСБ России вышли к ним. Глава государства поблагодарил силовиков за успешно выполненную работу и отметил их профессиональные навыки. Поздравляю вас с успешным проведением учений. Ура! 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 Вольно! По словам председателя СГБ Роберта Киут, межведомственные учения «Порт-2022» были направлены на противодействие экстремизму и терроризму, которые сегодня представляют угрозу во всем мире. Это же отметил российский коллега. Мы должны быть готовы к отражению любого характера воздействия в отношении наших граждан, нашей республики. В этом направлении мы должны совершенствовать, отлаживать взаимодействие
Это очень необходимо для обеспечения безопасности наших граждан. Учение направлено на противодействие терроризму и политическому экстремизму. Мы видели четкое взаимодействие спецподразделений СГБ Абхазии и Федеральной службы безопасности. Наши подразделения готовы в любой момент дать отпор терроризму. В 2022 году уже проведено два межведомственных учения. Ранее совместные учения силовых подразделений Абхазии и ФСБ России проходили в бывшем здании Совета министров в Сухуми. Элеонора Гилаян, Саид Агухава, Абаза ТВ. Столичная администрация утвердила план мероприятий, посвященных празднованию 29-й годовщины освобождения столицы Абхазии, Дня Победы и независимости Республики Абхазия. С 26 по 28 сентября во Дворце спорта имени Багапши пройдут 19-е открытые международные соревнования по самбо «Кубок Победы», посвященные памяти воинов-интернационалистов. 27 сентября, в день освобождения Сухума, в столице пройдет ряд памятных мероприятий. В Парке Славы церемония возложения цветов к мемориалу погибшим. В детско-юношеской спортивной школе номер 1 начнутся соревнования по национальным видам спорта. В Абхазской государственной филармонии состоится праздничная мероприятие «Сыкалак Аква». В Центральном выставочном зале откроется выставка работ абхазских художников, посвященная победе в Отечественной войне народа Абхазии. На набережной Махаджира в парке у памятника неизвестному солдату начнется открытый турнир по абхазским народным играм «Ахыштра». Среди мальчиков и еще ряд мероприятий, которые завершатся на площади имени Багапша праздничным концертом с участием артистов абхазской эстрады. Урок мужества в 10-й школе имени Нестора Лакоба провел ветеран, награжденный медалью за отвагу Тимур Галандзе. Серия встреч ветеранов с учениками старших классов проводится руководством школы в рамках акции «АСАС», приуроченной к 29-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии. Подробнее Надежда Боровикова. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, награжденный медалью за отвагу Тимур Галандзе, встал на защиту Родины, когда ему не исполнилось и 20 лет. Сегодня он, воспитанник 10-й школы имени Нестора Лакоба, ведет урок мужества для 10-классников. «Война – дело молодых», – вспоминает Тимур Галандзе. «И на доске почета на первом этаже многие мои друзья и одноклассники. У нас были и люди старшего возраста, но молодые и пробивались вперед, и гибли чаще». 16-летний парень, вот в Кутолах мы воевали, 16-летний парень вместе со своим учителем воевал. Это вообще такая картина. Они ходили вместе на позиции, ему было 16 лет, а там учитель математики был. И он ему уроки прямо на позициях читал, они там домашние задания делали. Ну, учились во время войны. Бои шли, бомбы падали, они сидели учились. Был другой парень у нас, Аджба такой, в ГИА был. Ему было 17 лет, он очень из богатой семьи, там всячески пытались его отсюда вытащить. Вот Тарел такой Аджба был, его родной племянник. Он его все-таки смог увезти в Москву, все равно парень вернулся. Там увидел дядю и обратно вернулся. И последнее наступление, 17 лет ему было, он погиб. У меня брат, русик такой был, Галандзе, он такой известный человек. Ему было вообще 13 лет, когда он уже вместе с отцом был на войне. Уроки мужества руководство 10-й школы проводит в рамках серии мероприятий, приуроченных к 29-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии. Как все школы Абхазии, нашей школе тоже вот уже вторая неделя, как идут дни боевой славы. Очень много интересных мероприятий в течение этих двух недель. Классные часы проводит каждый классный руководитель. У нас завтра будет линейка, посвященная Дню освобождения города Сухум. Ну и среди этих всех мероприятий самое главное – это проект АСОС. К нам приходят в гости ветераны войны и проводят уроки мужества. Участвуют учащиеся 11-х и 10-х классов. Аида Кварчелия, директор 10-й горской школы, напомнила детям о том, как важно знать историю своей страны и родной язык. Харгипхи Ахцаларуп, Ахапхи Обас Хцаларуп, Ахатехнология Чицкуинрам, Тодунеч, имя Писвах Тискуа, Избан Харажиба, Приезжи Запрекласку, Залах, Галасфера, Яхаушта, Тышакала, Шхуцу, Фера, Штурых, Шдрот, Фера, Штурых, Шдрот, Фера, Штурых, 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 Фера, Шт
Тимур Голландия подчеркнул, что даже один человек, если он умный, талантливый и волевой, может оказать большое влияние на процессы, которые кажутся неподвластными нам. Я вам советую эту силу, знания, этот характер черпать в наших обычаях, в нашем укладе, в нашем народе, отмечает Тимур Голландия. Я считаю, что наша сила и то, что мы войну выиграли, да, это наша история, наши традиции, наши обычаи, наши уклады. Вот это дало все, дало нам возможность дойти до сегодняшнего дня. И я вас призываю именно к этому, на основе вот наших корней, наших обычаев, да, наших там всяких книг. У нас очень много литературы интересной. Наша литература вообще в мировом порядке, в мире считается одной из самых таких развитых и продвинутых. Наш театр считается одним из самых лучших в мире. Мы очень талантливые люди. Просто каждый должен, вот поверьте, среди вас столько талантов. Вот самое главное найти вот этот ваш талант и чтобы вы дальше развивали вот этот талант. В рамках проекта «АСОС» с учениками 10-й школы на прошлой неделе встречался ветеран кавалер ордена Леона Анзор Гоов, на следующий – генерал кавалер ордена Леона Закан Нанба. Надежда Боровикова, Сасрыку Агуха, Абаза-ТВ. Владислав Григорьевич. Благотворительный фонд Владислав Арденба представляет цикл интервью, посвященных первому президенту Абхазии. Смотрите его в нашем эфире с сегодняшнего дня. Открывает воспоминания о Владиславе Арденбе, директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия, лингвист, доктор филологии Вячеслав Чирикба. Спасибо за победу. Сообщество водителей трансфера Абхазии провело благотворительную акцию, приуроченную к празднованию 29-й годовщины Дня Победы. В акции приняли участие 375 человек, которые собрали 710 тысяч рублей. По 10 тысяч рублей вручили ряду ветеранов Отечественной войны народа Абхазии по всем районам республики. Наша съемочная группа вместе с организаторами посетила Гулрыбский район. Подробности у Анастасии Никоновой. Второй год сообщество водителей трансфера Абхазии в канун Дня Победы организовывает благотворительную акцию, направленную на помощь ветеранам-инвалидам войны. В этом году было решено собрать денежные средства и поздравить ряд ветеранов ОВНа во всех районах республики. Как отмечают организаторы, в акции приняли участие 375 человек. Было собрано 710 тысяч рублей. Хайлак. А машина, я кто, Аус, Зва, Хайлак, Абризис База, Михаил, Хашпа, Идгулана, ветеран Шаджаба, Сбор, Руслан, Чакуа, с командир, Абус, Апа, Бахаца, до Ачкун, Шабзио, Коба, Джаба, Сбаз, Ра, Хаззиги, Хаушо, Захуче, Акруш, Ахуче, Имачни, Зушаз, до Илшо, Захуче, и Интерхусану, Зелшара Азербшуздо, Зликом Юнтум, Гизхуа Азербшуздо, Яхалшу Зала и Изгана, Набруч, Агирт Акалайко, Удутом, Гагрум, Фоном, Акум, Анеус, Ашимчир, Откварчал, Ачпун, Знапе, Аца, Йопри, Азар, Рхал, Рхну, Яхто, Шахто, Анак, Зари, Чоп, Яхо, Хаусо, Абрай, Бащо. Имач, Зарги, Урсфил, Озер, внимание, Хасабла, Ругу, Зипсахша, Ишахам, Штез, Иве, Пашупсадзита, Харджаба, Шаша, Шама, Яхалшо, Хучала, Хамта, Хучик, Ахцанда, Хабас, Ачпун, Алла, Гала, Нарца, Зиге, Рхе, Мигдзак, она баса Аллахулара Арти. Хочу обратиться также с благодарными словами к нашим братьям изначально, к Северному Кавказу. Всем саламу алейкум, здоровья вам, добра, мира, покоя. Дай Бог, чтобы в ваших семьях царил только мир и здравие. Спасибо вам большое за те усилия, которые вы принимали в освобождении нашей родины в 92-3 года. В ходе благотворительной акции более 70 ветеранов по всей стране получили помощь в размере 10 тысяч рублей. Списки защитников родины были предоставлены организаторам акции районными фондами инвалидов-ветеранов ОВНа. Ветеранша, джабад, узба, зачпунша, агобзера,
Харада охочка ирбот, харада избор отшо, избанзар артачкунша, абрейгул обжавик, изымаиз гидо обиха, а больницы то очкундо обхаша, имшква, уяншай рачвани, иница атаха имшква, пхазо обаса больница то гидо, мазымаиз и тахаеша дают уже. Награжденная медалью за отвагу Марина Чанба в числе тех, кого сегодня поздравило сообщество водителей трансфера Абхазии. О войне ветеран вспоминать не любит. Слишком много испытаний выпало на ее долю и боевых подруг за 13 месяцев грузино-абхазской войны. Но об одном случае она решила рассказать. Первые дни войны пошла воевать. Посчитала нужным, что надо защищать свою родину, себя. И вот я до конца войны мучилась, как сказать. Там много подвигов. Вот, например, я одну вещь хочу сказать. Мои ребята, с кем я воевала в группе, их послали на дело, чтобы никто не знал, тихо, скромно, их было 7 человек. Они подорвались на натяжном мине. Мы 7 дней мучились, не отдавали. Они вот что сделали грузины? Взяли этих покойников, мини положили, чтобы наши, если еще подойдут, чтобы они подорвутся. Апсник он хозе гирдеснула, что хобли айрамш, задягур гаплат. Вслед за Гулырыпшем организаторы отправились поздравлять ветеранов Овнова, Чимчиру и Тхорчал. На этом акция 2022 года завершилась. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Абазатова. Представители администрации города Гагры в преддверии 30 лет со дня освобождения Гагры посетили Сухумский, Чимчирский районы и столицу Абхазии, чтобы лично вручить памятные подарки семьям погибших в бою за Гагру. Матери и семьи героев были приглашены в местные администрации. Всего 112 бойцов, в том числе добровольцев, сложили головы во время освобождения Гагры. Это был один из важнейших этапов, приблизивших страну к победе. К 30-летию освобождения Гагры 6 октября на стадионе имени Ахлядиани проведут праздничные мероприятия, а также 3 октября планируется большое собрание ветеранов и их семей в Доме культуры города Гагры, где будут переданы памятные подарки семьям погибших Гагрского и Гудаутского районов. Репортаж Астан Доторба об этом смотрите в рубрике «Амшахтыс». В ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине продолжаются референдумы о вхождении в Россию. По итогам 3 дней голосования явка в Запорожской области составила 51,55%, в Херсонской области 48,91%, в ЛНР 76,09%, в ДНР 77,12%, сообщают избиркомы. Между тем, послы по особым поручениям МИД Республики Абхазия Кантани и Вита Гритани в качестве наблюдателей приняли участие в референдуме Донецкой Народной Республики о вхождении в состав Российской Федерации. Вита Гритани дал свою оценку ходу голосования. Мы лишь приехали посмотреть на то, что и убедиться, собственно говоря, в том, что другая сторона, она не останавливается и не остановится, она не останавливается даже перед свободным волеизъявлением народа и все равно продолжает бомбить даже в ходе голосования, понимая, что мирные жители выходят голосовать. И именно это и об этом мы будем рассказывать в своих странах. А вы знаете, у нас тоже есть в кавычках, конечно, своя бомба информационная. Да, вот я уже 30 лет на инвалидном кресле, и на Западе определенное очень чувствительное отношение к людям с инвалидностью. И вот тот факт того, что я сегодня здесь, где взрываются настоящие бомбы, и он является тем, что я демонстрирую и западным коллегам своим, и СМИ, что несмотря на свои физические ограничения, я могу быть в центре событий и рассказывать об этом, и говорить о правде,
И это является максимальной информационной бомбой для Запада. Консульский отдел посольства России в Абхазии возобновил прием заявлений на оформление биометрических загранпаспортов сроком действия 10 лет. Консульский департамент МИД России в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя с 26 августа временно прекращал прием заявлений на выдачу загранпаспортов. В Абхазию из России прибыла делегация специалистов подрядной организации, осуществляющей разработку генеральной схемы газификации республики. Представители сторон встретились в Министерстве экономики, чтобы обсудить текущие вопросы, связанные с реализацией плана мероприятий, утвержденного в декабре прошлого года. Представители подрядной организации ознакомили вице-премьера, министра экономики Кристину Узган с результатами проделанной работы и сообщили о намерении представить разработанную схему газификации в декабре текущего года в соответствии с обозначенным ранее планом. Сообщением ЧС, столичные пожарные сегодня в оперативном режиме потушили пожар на улице Когония. Около 9 утра загорелось кафе «Ле Шале». В тушении пожара было задействовано несколько расчетов. По предварительной версии, причиной пожара в кафе стало короткое замыкание в электропроводке, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. О работе правоохранителей за последнюю неделю в оперативной сводке пресс-службы МВД. В отношении жителя села Хашипсы Гагарского района Раганян Вагана Нушавановича 1958 года рождения линейным управлением внутренних дел на транспорте МВД Абхазии возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки без цели сбыта, а также ввоз в Республику Абхазия наркотического средства в крупном размере. У мужчины при личном досмотре изъято сильно действующее наркотическое средство метадон. Последний был задержан после пересечения таможенного поста ПСОУ. Оперативные мероприятия реализовали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел совместно с сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. Гражданин Раганян заключен под стражу. Расследование продолжается. Автомобиль под управлением Бичвая Анзора Руслановича 1996 года рождения был остановлен и впоследствии доставлен на служебную стоянку для проведения осмотра сотрудниками отдела уголовного розыска и госавтоинспекции столичного управления внутренних дел в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий в городе Сухум. При осмотре автотранспортного средства в салоне между передними сиденьями сотрудниками милиции обнаружено вещество растительного происхождения, принадлежащее гражданину Бичвая. Аналогичное вещество содержалось и в бардачке автомобиля. Изъятое было упаковано и направлено на экспертизу, где установлена принадлежность данного вещества к наркотическому средству марихуана весом более 22 грамм. Анзору Бичвая вменяется незаконное приобретение, перевозка, хранение наркотического средства в крупном размере. В отношении последнего по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело, расследование которого проводит следственный отдел УВД по городу Сухум. При осмотре автомобиля жителя Гагарского района Тахтаджан Арута Хачиковича 1996 года рождения сотрудники уголовного розыска отдела милиции поселка Бзыбта районного управления внутренних дел изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. В салоне автотранспортного средства вышеназванный гражданин хранил незаконно приобретенный автомат конструкции Калашникова калибра 5,45 мм, а также самозарядный карабин Симонова калибра 7,62 мм. При дальнейшем осмотре были обнаружены и патроны соответствующих калибров. Согласно заключению экспертов, изъятое оружие технически исправно и к производству выстрелов пригодно, а патроны являются боевыми. В отношении Арута Тахтаджана органам предварительного расследования Управления внутренних дел по Гагарскому району по части 1 статьи 217 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается. В оружейном сейфе наряду с охотничьими принадлежностями и двуствольным ружьем житель села Дзыгута незаконно хранил автомат конструкции Калашникова калибра 7,62 мм с магазином к нему, укомплектованным 30 патронами и заводскую упаковку с патронами аналогичного калибра. Оперативные мероприятия по изъятию автоматического огнестрельного оружия, принадлежащего Витисяну Арсену Рафиковичу 1976 года рождения, провели сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Сухумскому району. В отношении последнего группой дознания
Рагане Раядела возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, вменяется жителю города Сухум Гопи Айнару Беслановичу 2000 года рождения. Последний был задержан в селе Псахара сотрудниками уголовного розыска ОВД по Гагарскому району по подозрению в тайном хищении сотового телефона, банковских карт и денежных средств из рюкзака потерпевшего у пляжного кафе в городе Гагра. Айнар Гопьев содеянным признался и отпущен под подписку о невыезде. Похищенный телефон изъят. Расследование уголовного дела, возбужденного в соответствии с пунктом В части 2 статьи 155 Уголовного кодекса, проводит отдел дознания Гагарского РУВД. Аналогичное преступление имело место в Ачимчирском районе. Сотрудники уголовного розыска районного отдела внутренних дел задержали мужчину, жителя Пермской области Российской Федерации, временно проживающего в селе Тамыш, Стафеева Анатолия Николаевича, 1985 года рождения, который проник в дом потерпевшего и похитил сотовый телефон. Расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 155 Уголовного кодекса, проводит следственная группа отдела внутренних дел по Ачимчирскому району. Гражданин Стафеев заключен под стражу, похищенное из Задержана подозреваемая в тайном хищении чужого имущества в особо крупном размере жительница поселка Цандрипш Гагарского района Мнацакян Женя Арташевна, 1991 года рождения. В ходе личного досмотра последней в ручной кладе среди личных вещей задержанной сотрудниками милиции обнаружены изъяты похищенные денежные средства. Согласно материалам уголовного дела, гражданка Мнацакян находилась в городе Пицунда в кафе-столовой по улице Тополева, совершила кражу кошелька потерпевшей, в которой находились деньги в сумме 150 тысяч рублей. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемой провели сотрудники уголовного розыска Пицунского отдела милиции. Гражданка Мнацакян заключена под стражу. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении последней по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б части 4 статьи 155 Уголовного кодекса, проводит следственный отдел УВД по Гагарскому району. Министр культуры Даур Ковы принял участие в работе 12-го фестиваля культуры и спорта народов Юга России в Грозном. В рамках форума министр обсудил с коллегами ключевые вопросы деятельности творческого сообщества. Состоялся обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов сотрудничества. Форум прошел в рамках фестиваля культуры и спорта народов Юга России. Мероприятие состоялось в городе Грозном при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта. Состоялся 9-й международный молодежный арт-фестиваль «Прогулка по набережной 2022», который ежегодно проходит 25 сентября в стенах Национальной библиотеки имени Папаскер. В этом году форум 9-й по счету. Фестиваль 2022 приурочен к 120-летию со дня рождения первого абхазского романиста, чье имя с гордостью носит наша библиотека Ивана Георгиевича Папаскер. 10 компьютеров передал двум средним школам Дурипши председатель Абхазского народного движения Адгур Ардинба по просьбе местной администрации. Во время личного разговора с Адгуром Амирановичем мы обратились с просьбой приобрести для наших школ компьютеры. Мы понимали, что школам компьютеры очень нужны. Он сразу согласился, и сегодня эти компьютеры уже в школах. Большое спасибо ему за то, что откликнулся и не отказал, прокомментировал открытие компьютерных классов. В двух школах Дурипши заместитель главной администрации. Администрации села Адамур Гумба. С 3 по 5 октября по приглашению культурно-благотворительного фонда «Ашана» в рамках медицинского проекта «Здоровое поколение» Абхазию с рабочим визитом посетят специалисты из Томского научно-исследовательского института кардиологии. На базе Сухумской детской поликлиники специалисты будут проводить общую и ультразвуковую диагностику сердца детям до 18 лет. Консультации пациентов будут осуществляться бесплатно. Для записи на бесплатный прием и по всем возникшим вопросам можно позвонить по номеру телефона плюс 7 940 773 50 50. В минувшие выходные в Сухуми состоялся международный шахматный турнир «Аквафон Open 2022. В нем приняло участие свыше 100 шахматистов всех возрастов из всех регионов Абхазии, а также гости из России. Победителям и призерам вручили денежные призы, кубки и медали. На соревнованиях побывали наши корреспонденты. Репортаж Марианы Котовой.
15-й год подряд турнир Аквафон Open проводит Федерация шахмат Абхазии совместно с первым мобильным оператором связи. Все эти годы компания Аквафон поддерживает соревнования организационно и финансово. В этом году призовой фонд, сформированный при поддержке мобильного оператора, составил 200 тысяч рублей. Мы очень рады, что приложили усилия к проведению такого прекрасного турнира. В прошлом году и позапрошлом году, конечно же, мы столкнулись с небольшими сложностями. Как вы прекрасно знаете, была пандемия, но несмотря на это мы провели турнир с соблюдением всех антиковидных мер. Так что... В турнире приняло участие свыше 100 шахматистов всех возрастов из всех регионов Абхазии, а также гости из России. Каждый получил грамоту, медаль, кубок, а самые умные еще и деньги. 20 тысяч – премия за первое место. Такие щедрые подарки привлекают каждый год все больше участников турнира «Аквафон Open». Но и без того шахматы становятся все популярнее, так как являются самой лучшей развивающей интеллект игрой. Поэтому «Аквафон» и поддерживает абхазских шахматистов наряду с другими спортсменами. Мы не только шахматы выбираем, мы поддерживаем ребят из различных видов спорта. Мы поддерживаем боксеров, мы поддерживаем шахматистов, баскетбол. Мы, Аквафон, мы за то, чтобы наша молодежь была здоровой, активной, и чтобы они показывали, чтобы молодежь показывала хорошие результаты спортивные. Прошлый пандемийный год показал спад во всех сферах. Пострадали и шахматы. Но в этом году, как рассказывают тренеры Сухумской шахматной школы, пришло много детей и даже совсем малыши. В этом году, в сентябре месяце, например, привели детей, которым 4 года, 2018 года рождения. Вот. Все зависит от ребенка, от его качества в этом возрасте. С тренерами, как говорят в шахматной школе, тоже проблем нет. Сейчас тренируют ребят как раз победители первого турнира «Аквафон Open». Мы уже вырастили тренеров. То есть те дети, которые даже, возможно, впервые участвовали на первом турнире «Аквафон Open» в 10-летнем возрасте. Вот спустя 15 лет уже некоторые из них уже работают тренерами. Вот. Турнир «Аквафон Open» – традиционное календарное соревнование, ради которого в Сухум съезжаются шахматисты не только со всей республики, но и из-за рубежа. Марианна Котова, Саида Гухава, Абаза ТВ. Международный чемпионат «Кубок Дружба» по баскетболу 3×3 пройдет в Сухуми 28 сентября, сообщает Госкомспорт Абхазии. В соревнованиях примут участие 8 мужских команд из Абхазии, России и Беларуси. Участие сборной Абхазии в этом турнире придаст положительный импульс в развитии баскетбола в республике. «Желаю командам-участникам показать красивые игры», сказал глава Федерации баскетбола Абхазии Раст Агумава и пожелал всем спортсменам удачи. Кроме того, помимо матчей, на мероприятии запланировано шоу-программа с выступлением кавер-группы и национального абхазского ансамбля. Футболисты команды Абхазского государственного университета отправились в Ессентуки для участия в межрегиональном туре 8-го сезона всероссийских соревнований среди студентов по футболу Национальной студенческой лиги, сообщается на сайте Госкомспорта. 8-й сезон стартовал 17 апреля в Астрахани. В открытом турнире по баскетболу «Золотая осень» в городе Славянск на Кубани первое место завоевала команда управления по делам молодежи и спорта «Спартак Сухум». Готовит команду тренер управления по делам молодежи и спорта Николай Гущин. Астамур Кация стал победителем чемпионата Краснодарского края по пляжному теннису. Спортивная дисциплина – парный разряд. Чемпионат проходил в Дагомысе с 20 по 24 сентября. Астамуру Кация 14 лет, теннисом он занимается уже 8 год. В мае 2022 года он был зачислен в Адлерскую теннисную академию, где тренируется под руководством заслуженного тренера России Татьяны Зининой и Романа Петрунина. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 27 сентября, в Абхазии переменная облачность без осадков. Атмосферное давление пониженное. Температура воздуха ночью 13-18, днем 23-28. Температура морской воды 23 градуса. Волнение морской воды слабое, умеренное. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи!